Беларусь прибыл символ Рождества – Вифлеемский огонь. Лампаду, зажженную у гроба Господня, доставили в Гродно католические скауты. После праздничного богослужения каждый желающий, независимо от конфессии, сможет зажечь от святого пламени свечу и принести ее домой. Затем Вифлеемский огонь отправится по всем регионам страны. На объектах ЖД-транспорта усилен контроль за соблюдением мер безопасности. С начала года на железнодорожных путях Беларуси произошло 97 несчастных случаев. 63 человека погибли, 34 получили травмы. В связи с этим милиционеры исследуют техническое состояние пешеходных переходов и инженерных сооружений. За незаконную вырубку ели или сосны грозит штраф от 145 до 870 рублей. Лесная охрана вплоть до Нового года будет регулярно проводить профилактические рейды. Заготовка праздничных деревьев для продажи ведется на специальных плантациях. Специализированные базары начнут работу с 20 декабря. Главная елка Беларуси готовится к премьере. Новогоднее представление «Волшебная сила» покажут уже 23 декабря. В Большом зале Дворца Республики развернется сказочный лес. Его обитателям, а также Деду Морозу и Снегурочке, предстоит встретиться с разными персонажами и пройти различные испытания. Вскоре начнутся генеральные прогоны. В агрогородке Михалева чуть не сгорел магазин. Сообщение о пожаре в котельной местного торгового объекта спасателям поступило накануне. В результате ЧП уничтожена входная дверь и перекрытие пристройки. Пострадавших нет, причина устанавливается.